Давайте теперь поговорим о 8 режимах голоса и о манипуляциях, производимых над ними. Это уникальные, интересные возможности. Пока я только играл в поле. Это ведь поле-синт, так что я придерживался лишь поле. Но мне хотелось бы объяснить все как можно глубже, пока я не начал объяснять чего-то другое. В общем, пока мы были в поле. Режим поле работает с 4 выделенными нотами на каждый голос. Каждый звук состоит из 2 осцилляторов. Каждый звук состоит из 2 осцилляторов, фильтра, генератора огибающей и так далее. Все это входит в каждый из голосов. То есть можно так. Каждый голос получает свое собственное выражение, а именно этого вы и хотите, возможно. Это помощнее парафонической полифонии, в которой каждый из голосов делит огибающие и фильтры, что не так приятно. Ладно, так или иначе, это 4-голосая полифония. Можно переключиться в режим дуо, что впоследствии складывает все голоса в 1 ноту. Так что, когда вы играете 2 ноты, 2 голоса отдаются одной ноте, а 2 оставшихся другой. Таким образом, мы можем играть только 2 ноты одновременно, но эти 2 ноты будут невероятно сочные и будут созданы из осцилляторов, фильтров и тому подобного. Просто другое звучание. Если в игре такое количество осцилляторов вам не нужно, вы всегда можете выключить один из осцилляторов, благодаря чему у вас останется только 2 наложенных друг на друга осциллятора, вместо 4 для каждой ноты в дуофоническом режиме. Так можно сделать звук поменьше, если очень хочется. Затем у нас есть унисон. А, нет, постойте, нам надо еще тут кое с чем разобраться. Да. Кажется, я об этом еще не говорил. Когда мы находимся в полифоническом режиме и играем 4 голоса одновременно, Voice Mode инвертирует проигрываемый аккорд. Можно сделать такую модуляцию. Можно повесить эту модуляцию на рычажок. И в дуофоническом режиме она просто делает детюн осцилляторов, и так звук получается жирнее. Можно очень все расстроить. Результат того стоит. Также, когда вы заходите в режим унисон в 1 ноту, заталкиваются 4 голоса. Не так страшно, как я сначала подумал. А если это все же перебор, то всегда можно сразу срезать половину голосов путем понижения громкости одного из осцилляторов. И Voice Mode Depth отвечает за детюн. И это интересный звук. Моно, также все голоса помещаются в 1 ноту.
Но он отличается от предыдущего, так как с помощью Voice Mode Depth можно получить сап-осцилляторы. И их не так уж и много. Звучит интересно, а что произойдет при отключении... А, один уже отключен. Это интересно. А теперь аккорд. Начнем с квинты. И теперь мы можем в любой момент сыграть квинту, неважно куда нажимаешь. Так Voice Mode Depth определяет проигрываемый вами аккорд. Перейдем из квинты в пониженную терцию. И минор. Мажор. Повышенная терция. Минорный септаккорд. Септаккорд. Септаккорд с повышенной терцией. Когда я это все сейчас играл, меня посетила мысль, что это все очень смахивает на Принца. Итак, я остановился на... Очень похоже на то, что часто использовал Принц, особенно в 99-м. Ну ладно, простите. Мажорный септаккорд. Увеличенный. Пониженный. И что это у нас? Минорный септаккорд. Минорный септаккорд с альтерацией квинты. Мажорный септаккорд с альтерацией квинты. В общем, с аккордами можно делать много всего интересного. Затем у нас идет дилей. Который просто так интересно звучит, но как только начнете выкручивать Voice Mode Depth, начнется дилей. И дилей этот неестественный, он просто смещает проигрываемые вами ноты, что очень интересно. Это в некотором смысле дилей распределения монофонического голоса. Кажется, это что-то новенькое. И если хочется чего-то эксцентричного, мы пока не говорили о дилее, но вы можете включить дилей, и начнется наложение. Но да, это, конечно, безумие. Арпеджиатор. Весьма стандартный арпеджиатор. И если крутить Voice Mode Depth, то получим разные арпеджиаторы. Thank you.
Это рандом, и он учитывает интервалы, что интересно. Есть manual 1, manual 2, rise 1, rise 2, это две октавы, fall 1, спускаемся на октаву, теперь на 2, rise, fall 1 и 2, повторение. Еще. Это просто проигрывание аккордов в зависимости от скорости секвенции. От темпа. Рандомы. Рандом 1, 2, 3. Третий — это достаточно необычный рандом. И сайдчейн, который, по сути, скидывает звук уже сыгранного, ставив приоритет, проигрываемое сейчас. Влияние регулируется ручкой голоса. Так приглушается фа. Это позволяет акцентировать внимание на том, что делаешь, а не на том, что держишь. А затем возвращение. Забавно. Можно сделать полное исчезновение. Просто класс. В общем, эти режимы голоса добавляют массу функционала, так как все вещи, которые мы успели с вами обсудить, будут звучать слегка иначе в зависимости от назначений голосов, что проявится при игре. Экспериментировать можно до бесконечности. Получайте уникальные звуки при игре с этими функциями. Ну и не забывайте про секвенсирование. Это весело.